никаких санкций арбитры не выписали. Тювилин попадает, ой-ой-ой, еще неприятное попадание. Да, и показывают Ярославу, что игру нужно остановить. И больно очень Тимуру Файзудинову, неприятный эпизод. Понятно, что никакого умысла, конечно, со стороны игрока Локо не было. Но, возможно, попало куда-то в ухо. Во всяком случае, видно, что в шоке определенном пребывает сейчас игрок Динамо. Пожелаем, конечно, вернуться в этот матч. Ну и в том числе такие эпизоды тоже в хоккее случаются, к большому сожалению. Причем вроде бы нельзя сказать, что как-то силой прям направлял шайбу, но попал фактически прямым броском. И пока что вообще не то, что подняться не может, а даже никак не двигается Файзудинов. В таком нокауте оказался, да, и это, возможно, серьезная потеря для Динамо. И вообще носилки даже появляются у нас на льду. Да, страшно все это насмотреть, конечно. Думаю, что вы все видите сами. Сняли, естественно, сразу же шлем с Файзудинова. И вот-вот на носилках он окажется. И вроде бы эпизод оказался бы совершенно безобидный. Простой вброс в зону. Таких эпизодов в матче случается огромное количество. Но попал прямо в голову. И в итоге обездвижен, оказывается, защитник Динамо. Так что думаю, что здесь уже, конечно, не идет речи о продолжении матча. Хочется, чтобы все, в принципе, было со здоровьем в порядке у этого игрока. Но пока со стороны все это, конечно, выглядит очень жутко. Да, здоровья Тимуру Файзудинову. Хочется верить, что просто все будет в порядке. Здесь больше сказать, наверное, не